Друзья, всем привет! Решил вам показать то, что я сделал. Давно хотел сделать. Подсказал мне тут идею Сергей. Привить инжир на тутовник. Это инжир входит в семейство тутовых. То есть это ближайшие родственники. И вот прививкой можно в теории поднять сильно морозостойкость инжира. И вот сегодня мог найти подвойно, что привить. И вот подвернулся у соседей такой тутовник, уже довольно-таки крупный. Но, к сожалению, он уже, кора у него более такая толстая. На него не очень было удобно прививать. И, может, эксперимент не удастся. Я знаю, что много любителей прививок, садоводов смотрят мой канал. Если у кого-то есть какой-то опыт, обязательно напишите в комментариях, очень интересно будет почитать, получилось ли вообще привить, если попытки были, и поднялась ли морозостойкость у инжира. В интернете никакой информации вообще не нашел, очень много искал, но такой информации, к сожалению, я не нашел, по крайней мере. Может, она есть, но я не нашел. Поэтому хотелось бы узнать раньше результат, вообще насколько он хорошо прививается друг к другу. И есть ли смысл его прививать или нет. Так что жду комментариев. Если нет опыта, пишите, у кого какие мысли по этому поводу, получится ли привить. И если получится привить, то поднимется ли морозостойкость у инжира, которую очень хотелось бы поднять градусов хотя бы до минус 20. И тогда в теории бы он у нас очень много лет бы мог расти и не подмерзать. Как-то так, друзья. Не забывайте, всем, кому нравится мое видео, оцените их лайком. Если еще кто-то не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. У меня очень много интересных видео, будет еще больше. Всем пока.